Папишвили, НС, обещал жениться на ней, склонил ее к сожительству. Однако обещание своего не сдержал. В том же 66-м году у нее родился мальчик Варлаам. Да это не мой ребенок! И еще одна справка. Что касается стоимости люстры, то у меня есть заключение эксперта. Она не из венецианского стекла, как утверждают потерпевшие, а изготовлена в Воронеже артелью имени Клары Цеткин и продается по розничной цене 37 рублей 46 копеек. Я сам не знал, Мавзар. Клянусь честью, но падла буду. Ну что? Штраф 50 рублей с выплатой ущерба.